такое явление было. Я узнал его, что учился в училище, когда я поступил только на первый курс консерватории. 90 лет, Стефан Крокули, Варшаве, на Жажевы, приехал как раз в Эмфрию. И были люди с моего курса, которые ездили туда и его слушали. Потом это как-то так запало в душу, я понял, что мы живем, мы его никогда больше не услышим, до нас он не доедет. Вот. Мне понравилась эта музыка, и я решил ее записать, ну, выучить, сыграть вам. Как-то так вот. Значит, сейчас я вам исполню из репертуара «Крокодил» «Шелек и колыбель». Thank you.